В доме 57 на улице 8 марта в Люберцах идет ремонт фасада. Строители обещают, что здание общей площадью почти 16 тысяч квадратных метров к осени преобразится до неузнаваемости. Ход работ проверил глава округа Владимир Ружицкий. Этот дом построили в 1989 году. В 2022 проводится его капитальный ремонт по краткосрочной программе. Уже покрыли крышу. Сейчас ремонтируют фасад навесными вентилируемыми панелями. В первую очередь при подборе домов для включения данный вид капитальных работ мы опираемся на поступающие жалобы о промерзании фасада, что людям холодно. Где-то при обследовании в ходе весенних-осенних осмотров выявляется выветривание. И по итогам обследования дома включаются в программу капитального ремонта. Новый высокотехнологичный фасад поможет сделать температуру в доме комфортной, но необходимо провести диагностику системы отопления, уверены жильцы. У нас в некоторых квартирах очень хорошее отопление, а в некоторых прям холодильник. То есть неохлаженная система. Также их беспокоит конструкция козырьков подъездов. Они спроектированы так, что вода попадает на лестницы и размывает пороги. Попросили обратить внимание на предприятия общепита, не соблюдающие санитарные нормы по содержанию ларька, и отремонтировать мусоросборники. Убираются, слава тебе, Господи, у нас замечательно. Мусор, если раньше были проблемы, но мусорные, само помещение нужно ремонтировать. Плитка отвалилась. Работы же по капитальному ремонту фасада сейчас выполнены на 15%. Полностью завершить их планируют к середине ноября. Мы готовим дом к тому, что в зиму, уже 22-23, дом будет иметь совершенно другие качества, свойства, что касается тепла в доме, все, что касается утепления дома. Поэтому у меня нет сомнений, что эти работы будут выполнены. Всего на сегодняшний день в городском округе Люберцы ведется капитальный ремонт в 135 МКД. Луиза Егиазарян, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.